One. You have one new message. Дьявольская деидентификация. Так я решил назвать сегодняшний разговор. Мы говорили с пасторами, и вот что мы увидели. Мы хотели бы посвятить несколько служений, отправились в этот путь, разговору о личном духовном росте. О том, чтобы об одном из акцентов – личный рост. Один из акцентов нашего года. Когда я пытался суммировать все то, что я хотел бы сказать в эти воскресные дни, когда мы говорим о личном росте, мне много образов пришло, но один из них – это то, что я бы назвал вот так. Дьявол пытается обезличить человека. Вся его стратегия сводится к тому, чтобы ты вообще не понял, кто ты на белом свете. Чтобы ты потерялся, чтобы человек, главная цель, чтобы ты забыл, что ты образ Божий. Затем, чтобы ты забыл, ну, многие, да, что ты перед ним ответственен, что он должен вести твоей жизнью, что ты новое творение, дьявольское разложение личности, борьба с личностью – это его стратегия. Стратегия христианская – это восстановление личности, ценность личности, абсолютный приоритет личности. Давайте откроем книгу «Бытие», первая глава, и мы увидим, что Бог творит и творит нашу землю, населяет ее прекрасно, красиво, сотворено огромное количество животных, планеты, бесчисленное количество, творение его великолепно. И он радуется и говорит: «Хорошо, хорошо, хорошо». Но венцом творения, первая глава книги «Бытие», «И сказал Бог», 26 стих, «сотворим человека», вершина творения, человека, цель, главное существо человека. И здесь появляется удивительная добавка: «по образу нашему и подобию нашему». Человек, венец творения. До этого было много уже живого, да? Уже есть рыбы, и они в чем-то лучше человека, да? Но самый лучший пловец не может так, как они. Когда ты любуешься дельфинами, я недавно смотрел видеоклип, на котором дельфины постоянно. Какая красота! Когда ты любишь, это же фантастически прекрасно, да? Когда ты смотришь на... Ты, человек тоже научился летать, но, конечно, не так здорово, как это, ну, парашюты какие-то освоил, да? Но все равно, я говорю, ни один вертолет не может повторить движение мухи. Ну, ни один. Ну, просто не способен, что бы они ни думали. Мир много сотворено красивого, чудесного, но абсолютно уникален человек. Личность. И не потому, что у него две ноги, немало есть тварей на земле, у кого две ноги. И не потому, что глаза, вы знаете, есть тоже творения, у которых там вообще с глазами, это фантастика, там тысячи всяких ракурсов, да, они видят. Но человек уникален именно тем, что он личность по образу и подобию Бога. Во многих параметрах то, что называют богословы передаваемыми качествами Бога, которые есть у нас. У Бога есть непередаваемые, но наше богоподобие отражается в том, что есть качества, которые передаются, которые мы получаем от Бога. Это свобода, это черты характера, это воля, это выбор, это наше решение. Вот то понимание добра и зла, которое есть в нас, не просто на уровне инстинктов, а на уровне совести. И все это делает нас существами абсолютно уникальными. И давайте вот что я цитирую сегодня. Бог сотворил человека, личность. Личность, во-первых. Затем он сотворит вторую личность, помощника. Затем эти личности начнут
ни без помощи Божией сотворять еще многие личности. Затем появится народ. Позже из этого, из народов, Бог создаст народ Божий. Затем появится новозаветный народ Божий, церковь. Все это важно, очень важна церковь. Очень важен народ Божий в Ветхом Завете. Но личность во-первых. Я хочу, чтобы мы всегда понимали это. Первое – это личность. Человек, образ Божий. И затем великолепно, когда эта личность своими решениями, своим посвящением, своей любовью к Богу и к людям соединяется с другими личностями. Личностями. Со всей своей уникальностью в народ Божий, в церкви. Мне сегодня хотелось бы поговорить о личности, а не просто о дьявольской, знаете, вот такой стандартизации и унификации личный рост, личный рост. Давайте, во-первых, скажем, что деидентификация последних времен – это факт, который налицо. О чем мы не касались? Нас хотят запутать, нас хотят подмыть основания, чтобы мы вообще не понимали, кто мы, и не безуспешно в большинстве случаев, к сожалению. Если говорить о биологической эволюции, которую нам проповедуют как истину, проповедуют сказку как истину, проповедуют миф как то, что должно, вот, как будто бы это действительно наука. И с умным видом, интеллигентно поправляя очки, думают, что они правы, не имея никакого фактажа под своими теориями. Но давайте увидим стратегию этого оболванивания, этой самой жуткой шутки в истории мира, что человек произошел просто от зверей. Задача дьявольская, стратегия – это как раз обезличить, просто уподобить тебя и меня животному биологическому существу в рядочке эволюции. Деидентифицировать. Разбить твою идентификацию. Давайте посмотрим на сексуальную идентификацию, которая происходит в последние десятилетия очень активно. Казалось бы, куда проще? Вот есть мужик, а вот есть женщина. Это так легко определяется. Это ж надо так запудрить мозги человечеству, что уже лоббируют создание туалетов для среднего пола, для тех, кто не определился. Понимаете, уже паспорта ввели для них, теперь это надо до такой степени деидентифицировать сознание от биологического понимания, кто ты, до сексуального понимания, кто ты. Доходит до абсолютного маразма. Не так давно российское, пока еще в этом плане консервативное, слава Богу, общество, да, мы к которому относимся, министр иностранных дел России недавно пережил шок. Слышали ли вы о том, что ему на какой-то встрече министр иностранных дел, по-моему, Германии, представил свою жену? И все как бы было бы ничего, если бы это не был мужик. Понимаете, то есть, let me introduce my wife. Я бы хотел увидеть лицо российского министра иностранных дел, когда он должен был как-то сказать... То есть, понимаете, полная деидентификация. То есть, полная, кто ты, где ты? Как сказал один человек в простоте, говорит, как бы ни старались сексуальными считать, дайте мне 2, 3, 5 секунд, и я пойму, кто это. То есть, есть элементарные способы понять, кто перед тобой. Но мозги человечества, они плывут в этих вопросах, и это большая проблема. Мы говорим о личном росте в течение этого месяца.
как об очень важном аспекте для роста нашей церкви. Не может расти церковь без роста личностей. Если ты и я не будем развиваться как люди, личность, во-первых, из личности состоит народ Божий, церковь. А рост твой, личный рост и мой личный рост – это рост церкви впоследствии. А церковь не может расти сама по себе. Церковь не растет программами. Церковь не растет зданиями. Церковь не растет сборами пожертвований. Церковь растет личностями, которые принимают решения, будь то вопросы служения того или иного проекта или своих пожертвований. Церковь растет личностями и личностными решениями. Цель Бога – это создание свободной личности. Христианство подразумевает целью формирования личности. Если представить историю в целом, историю мира, как некий завод, не знаю, комбинат по производству чего-то. Например, комбинат Ильича производит сталь, да, а Завмаш производит какие-то технологии, какие-то машины. Но история производит человека. И главная цель всей истории этой земли, чтобы на выходе были личности свободные, знающие Бога, выбравшие в мире зла добро, выбравшие в мире искушений противостояние злу, личности, выбравшие своего Создателя, своего Небесного Отца. Это конечный результат. Свободное существо, которое свободно любит, свободно выбирает добро. Божий план, церковь, строится через создание и рост личности, я, и свободное объединение и сотрудничество личностей в мы. Церковь строится, это церковь, нам надо понять, что ни в коем случае церковь это не безликая масса существ, это дьявольские стратегии. Божья стратегия – это создание личности, уникальность, интересная. Армстронг в этом плане, знаете, личность интересная во всем. В музыке интересная личность, в политике интересная личность, в литературе интересная личность. Все самое удивительное в мире происходит через личность. И, конечно, личности – это Божья задача. Церковь – это не обезличивание людей в одну общую массу. Церковь – это через создание личности и их свободное решение вместе служить Богу. Это собрание Божьих творений, уникальных, потрясающих, со своим набором характеристик, даров, призваний, помазания, специфики, видения, всего-всего. Церковь состоит из личностей. Божья задача – формирование личностной единицы, роста благословенного человека Божия, который вместе с другими Божьими людьми в соединении служит вместе Богу. У Клайва Льюиса, извините за ошибку, в торопях кидал презентацию. У Клайва Льюиса есть такое произведение, называется «Пока мы лиц не обрели». И оно имеет очень интересную мысль о том, что личность, даже если она злая личность, это намного лучше, чем ничто. Понимаете, самое страшное – это когда человек вообще теряет лицо. Человек, который является личностью, даже если он не прав. Павел был личностью, которая воевала со Христом. Но Бог, видя это, развернул эту личность к себе. Самое страшное – когда человек теряет лицо и не хочет его обрести. Ни от Бога, ни в этом мире, ни в мире Божьем. И тогда человек расплывается просто в комок похотей, в комок страстей, в комок просто превращается реально в животное.
Как сказал один человек, рассыпая это пыль, говорит, человек превращается в пыль, из которой уже ничего не собрать. Когда человек позволяет греху господствовать в своей жизни, он теряет лицо. Он просто обезличивается. А с другой стороны, когда мы идем за Богом, нашим Создателем, мы наоборот приобретаем личность. Все более и более становимся людьми, которые имеют твердое основание, знают, кто они, знают, откуда они, для чего они, познают волю Божию в своей жизни, свое призвание, свое предназначение на этой земле, обретают лица. Я говорил как-то о том, что обезличивание или деидентификация, я назвал ее своим собственным богословским термином, используя образ Горлума, горлумизация. Вы помните эту историю из «Властелина колец», когда хоббит, милый такой, замечательное существо, находит это кольцо всевластия, и страсть к нему играет с ним злую шутку. Он начинает терять облик и превращаться в уродца. Ровно это происходит с человеком, когда он отрывается от Бога, когда виноградная ветвь, она отрывается от лозы, в процесс пошел. Как бы ты ни консервировал, как бы ни замораживал, как бы ни хранил, если жизнь не вливается в лозу, виноградная ветвь начинает вянуть. Конечно, мы с вами живем век, когда продукты в магазинах накачивают какими-то гадостями, химией, чтобы они выглядели свежими, хотя им уже по полгода. Так бывает и с личностью. Мир делает все, чтобы без Бога ты выглядел личностью. Но настоящая жизнь, питающая душу человека, она приходит от его, от Творца, от твоего Создателя. Иисус сказал: «Я есть лоза, вы ветви». Мы как личности расцветаем в присутствии Божьем. И наоборот, в мире, оторванные от Бога, страсти, греховные похоти, они разлагают нас, и происходит процесс обезличивания. Прошедшие пару веков, и особенно последний век, они внесли злую такую инвестицию в обезличивание человека, в стирание лиц. 20 век, 19 отчасти, 20 очень сильно, стал веками, когда личность стиралась всеми путями. Мы знаем с вами из истории советского нашего прошлого. Личность уничтожалась. Более-менее видный человек сразу раздражал вождей. И делалось все, чтобы те, кто особенно, одарованный, особенно яркий, имеет свои какие-то мнения, свои взгляды, чтобы их заравнивать. Мы живем в стране очень сильно изуродованной. Вот это и миллионы жертв. Миллионы жертв дьявольских систем просто перемалывали судьбы. Особенно их интересовали личность. То же самое происходило у фашистов. Когда заравнивала фашистская идеология, и любой, кто имел свое мышление, он просто закатывался во славу. То же самое происходило во многих странах, 20 век, век страшных процессов по обезличиванию человека. Я хочу напомнить, что, говоря о том, что личность, во-первых, я хочу напомнить, что спасение индивидуально. Библия дает концепцию индивидуального спасения. Мы не приходим в Царство Небесное оптом. Мы не приходим стройными рядами, дружно маршируя, потому что ты не войдешь в Царство Небесное, потому что ты член Церкви Добрых Перемен. Мы не об этом, когда мы говорим о членстве Церкви. Ты не войдешь в Царство Небесное, потому что я числюсь католиком или православным, или, не знаю, баптистом, я поэтому вхожу в Царство. Неправда. Ты входишь, потому что ты личность, которая жива верой, помилована Христом, во Христе прощена, имеется Христом живую ниточку, живую связь.
Только это, и это личностный процесс. Когда Иисус говорит о последних временах, Он говорит о том, что двое будут рядом, даже в одной постели, один берется, другой оставляется. То есть это очень индивидуальный процесс, личностный процесс. Спасение индивидуально, и ты должен думать о своем спасении, о своих личных отношениях с Богом. Это, во-первых, ты и Бог. Христос создает личности свободные, учит их жить в единстве, в завете, в разнообразии, но спасение индивидуальное. Не групповой вход в Царство Небесное, личностный. Не будет понятия при входе в небо того, которое кто-то окрестил, говоря о медицине, окрестил средней температурой по больнице. Знаете, есть такой термин. То есть каждый лично измеряется Богом, и твое хождение, твоя вера. Это личные категории, и это всегда надо помнить нам. Дьявольские системы в 20 веке, они разрушали «я», и они превращали все в «мы», в безликое «мы». В отличие от церкви, в которой личности свободно объединяются в достижении Божьих целей, Божьей мечты, не теряя личности. Дьявольские системы – это антицерковь. Они уничтожали личность. На этой неделе я наконец-то добрался, к стыду своему, вот только на 46-м году добрался до замечательного произведения Замятина «Мы». Антиутопия – одна из первых, родоначальник жанра антиутопий, в которых описывается государство, государство будущего, в которых возобладал диктат «мы над я». И вот есть целый ряд таких антиутопий. Это Оруэлл, это Брэдбери, Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Да? То есть это вот такие описания государств, в которых личности стерты вообще. И это было написано Замятиным в 20-х годах. И это просто настолько предвещало эпоху, когда будет личность затираться. Совершенно потрясающие образы, которыми полна эта антиутопия, это то, что там нет имен у людей, номера. И в отличие от этого мы знаем, что Иисус знает имена людей. Он начинает, книга Бытия начинается с личности, Бог сотворил личность. А заканчивается книга Откровения тем, что говорится о именах спасенных, новых именах, которые Бог даст. Бог работает с личностью от Бытия до Откровения. Бог созидает личность от Бытия до Откровения. И в этой антиутопии у людей нет имен. У них юниформа. Все одеты в одну и ту же форму, там единственное у них разнообразие по цветам, мужчина и женщина, чтобы хоть как. Ну, я думаю, что если бы Замятин писал это в конце 20 века, то уже бы и пол бы исчез. До этого они не могли додуматься, даже в самых бурных фантазиях, что появится вот это «оно», да, к концу 20 века. Этого нет даже у фантазеров. Понимаете, до этого не дошла бурная, роскошная фантазия авторов антиутопии. Их мир окружен зеленой стеной от реального мира. И в отличие от диктаторских систем, церковь учит жить реальных людей в реальном мире. Церковь не призывает людей игнорировать реальность, но учит их быть Божьими людьми в реальностях, в любых реальностях. Там много пародий на антихристианство. Например, в маленьких этих комнатках, в которых они живут, там на стенах висит скрижаль. И скрижаль, на которой тебе все время говорят, что тебе делать. И там есть четко, там, сейчас вставай, иди, сейчас кушай. Причем кушать надо ритмично, 50 пережевываний делать в минуту, все четко. Потом там они дошли, там им выдают талончики на секс.
в определенные дни у тебя есть право на час секса. Ты по этому талончику ты идешь получаешь шторы, потому что так штор нет, все должно быть прозрачно, ничего личностного, все должны быть открыты. И потом ты получаешь шторы и можешь опустить их на час, и к тебе записывается по талончику. То есть вот эти антиутопии, они... Там много-много всего интересного, да, это правитель-благодетель, избираемый свободно на безальтернативной основе. Совершенно замечательное определение, выборы, свободные выборы на безальтернативной основе благодетеля. Это ну точь-в-точь то, что пережил 20 век, когда мы все дружно шли на выборы, понимая, что Леонид Ильич, чудотворец, будет дальше сидеть себе и здравствовать. То есть, и, друзья, обезличивание – это стратегия дьявола. И нам надо бы с ней посмеяться. И нам надо помнить, как, что о важности «я» в эпоху «мы». Нам нужно помнить, что церковь – это уникальный набор, не похожих ни на, друг на друга, специфически одарованных. По-разному, как бы, с разными оригинальными, может быть, взглядами на что-то. Церковь – это букет, где каждый цветок уникален, имеет свою красоту, имеет... Это такая божественная экибана, да, это вот, где очень много разных людей, личностей, соединенных в одно. Личности во все века вызывали восторг. Во все времена люди, которые были способны стоять против «мы» и иметь свою позицию в обществе, вызывали восторг. Они вызывали ненависть, но они вызывали восторг. Будь то недавние великие личности 20 века, я не знаю, Мартин Лютер Кинг, да, и очень много людей, которых 20 век породил, личность, которые стояли против дьявольских систем. Как-то я увидел эту фотографию, прочитал эту историю. Это абсолютно удивительное фото. Удивительное фото. На нем расстреливают людей. И это было в Югославии. И подразделению немецких воинов был дан приказ расстрелять группу людей, подозреваемых там в измене. И людей поставили на расстрел. И руководитель этого подразделения, офицер, отказался расстреливать. Ему напомнили, что за невыполнение приказа в армии расстрел. И он положил винтовку и пошел, встал в ряд с людьми расстреливать. Один из участников этой трагедии зафиксировал это на фотоснимке. К стогам сена, посередине кадра, идет парень, положивший винтовку. На него удивительно смотрят его друзья по оружию. Он выбирает смерть вместо того, чтобы выбрать уничтожение себя как личности. Это, конечно, очень такая драматичная, очень яркая иллюстрация. Человеку лучше умереть личностью, чем превратиться в персонажа этих антиутопий, в безликое, безмозглое, бесхарактерное, расплывшееся «мы». Человек создан свободно выбирающим добро и зло. И тебе всегда нужно оставаться человеком, даже перед лицом смерти. Бог работает с личностью, над личностью и через личность. Бог выбирает личности и призывает личности. Бог помазывает личности и объединяет личности. Бог ценит личности, созидает личности. Когда мы говорим о церкви, мы всегда должны это помнить. Личность, во-первых. Затем создание народа Божьего. Церковь состоит из людей,
специфических, призванных, одарованных Богом. Личное богословствование должно быть. Очень важно для христианина самому думать о Боге, самому проверять какие-то богословские концепции, насколько это в силах человечества, осмысливать то, что тебе говорят, и определять свое положение. Всеми силами я хотел бы, как пастор, мотивировать людей к личному богопознанию, к личному богословству. Вам не нужно автоматически принимать ни мое учение в церкви, ни никого бы то ни было. Вам не нужно самому не критически осмысливать, а просто принимать все. Каждый должен думать на богословство, размышлять. Когда мы делаем наше ток-шоу с Сергеем «Два портфеля», мы получаем постоянно, это огромное количество людей, которые говорят: «Так скажите же, как надо!» А мы говорим: «Решайте». Если один говорит так, а другой говорит так, то у тебя есть проблемы. Мы стараемся, только в некоторых случаях мы выходим, ну и как-то все-таки подчеркиваем где-то приблизительно. Но обычно мы даем человеку думать и определиться, где ты на этой шкале. Твое личное мнение по этому поводу. И это важно. Личное богословство, личное призвание. Я верю, что каждый из нас, каждый человек имеет личное призвание от Бога. Ты должен что-то сделать на белом свете для Бога и для людей. Для Бога, для людей, для Божьего народа, для церкви. Ты должен что-то сделать. У тебя есть свое персональное призвание. Ты можешь делать удивительные вещи. Открой в себе свои дарования. Найди то, к чему твое сердце стремится в Боге. И сделай то, что ты должен сделать на земле, в церкви, в Доме Божьем, через свое личное призвание. Личный духовный рост не заменится никакими общими нашими духовными процедурами. Ты не можешь только вместе с людьми расти духовно. Ты должен сам перед Богом что-то переживать. Личное переживание с Богом, личная молитва. Это очень важно, здорово, и необходимо нам молиться вместе. Но личная молитва должна всегда оставаться в приоритете. Когда ты один на один с Ним, это абсолютно ценно. Когда личности, знающие Его, поклоняющиеся Ему, собираются вместе для молитвы, тогда происходит что-то интересное. Но абсолютно важна личная молитва, личная работа со Словом. Это те акценты и приоритеты, о которых мы говорим. Общепит по воскресеньям, в хорошем смысле, не в советском смысле этого слова, не замена личному питанию в течение недели. Это здорово, что мы можем собраться и иметь хорошую проповедь, подготовленную пасторами, и вместе поклониться. Это как ресторан. И вот большой буфет, я не знаю, но буфет непонятно для русскоязычного населения. В Америке слово буфет означает, в Америке, в Европе означает ресторан, в котором огромный выбор, и ты подходи и бери сколько хочешь. У нас еще такие рестораны не открыты, мы не совсем дозрели до них, я думаю. Я еще не слышал, а вот в этом плане буфет. Буфет — это когда ты заходишь, платишь за вход, а потом хоть 50 раз подходи. И бери, что хочешь, сколько угодно. Кстати, вы должны меня поздравить. Позавчера я совершил подвиг. Я первый раз не объелся в буфете. Это было настоящее мужество. Олег Боровлев может подтвердить. Он был просто первый раз, я не объелся, это сложно. Потому что когда так накрыто, когда всего так много, и я набрался мужества, и первый раз я съел буквально 4 тарелочки. Ну, чтобы вы понимали, на самом деле обычно там съедают 8-10. Я 4. И пока Олег Боровлев ел еще 5, я духовно сидел и любовался на Сергея Вильбовца, на Олега, и смотрел, как эти обжоры вообще, да, они просто вот, я свысока, так они: почему ты не ешь? Я говорю: достаточно. Но на самом деле мы понимаем, здорово остановить
иногда сходить и, ну, поесть много всего, да, но ты должен кушать сам в течение недели, а не просто ждать воскресенья, умирая от духовного голода, когда пастора тебя покормят. Ты должен сам поклоняться Богу, а не ждать вечера поклонения раз в месяц, когда все вместе помолимся. Здорово поклоняться вместе. Но куда важнее, чтобы это общее поклонение базировалось на личном твоем поклонении. Личности рушат вражеские системы. Мы можем говорить о многих историях. Знаете, КГБ, они разрабатывали технологию управления массами. Политики сегодня разрабатывают технологию управления массами. То есть есть науки, которые социология, политология, они учат, как оболванить людей, превратить их в массу и как эту массу вводить. И политики пользуются нами. Они знают, как бросить новость в эфир, чтобы вся страна завелась или полстраны поднялись на вторые полстраны. Когда они чуют, что это не так, давай новость бросим про русский и украинский язык. Все уже там, баррикада на баррикаду. Политики умеют использоваться массами, но вот во что они упираются. Все рушится у политиков через личность. А КГБ могло водить за собой массы, но были личности, которые не прогибались. И это лучшее в истории наших стран, которые говорили, я думаю вот так по этому поводу. И готовы были платить за это жизнью и даже смертью. Церковь наполнена индивидуумами, знающими лично Христа. Это моя и мечта нашей команды всей. Мы хотели бы видеть каждого ярким человеком, человеком. Свободно выбирающего Бога, поклонение, добро, правду Божию. Не безликого мы, а индивидуума, знающего Христа. Я, человеческая личность, идет трудным путем формирования. Это не простой процесс формирования личности. Это не стандартизация, не штамповка. Это победы и это поражения. Вот это очень важно. Когда мы говорим о личном духовном росте, давайте всегда помним, каждый из нас имеет подъемы и поражения. Я всегда говорю, что духовный путь христианина похож на синусоиду. Конечно, очень важно, чтобы эта синусоида, тренд шел вверх, Богу. Но у нас есть подъемы и есть падения. У нас есть успехи и есть катастрофы. У нас есть моменты торжества и минуты поражения. И нам не нужно бояться этого. Нам не нужно драматизировать это. Когда ты на пике, не гордись, потому что у тебя будут спады. Когда ты в низинах, тоже не гордись. И потому что это не твое место и не твое призвание. И не отчаивайся, а иди ко Христу и поднимайся. Каждый человек растет, личность формируется долгим путем. Давайте скажем, что наши дети, как пример формирования личности, это не просто зайчики и солнышки. Это иногда бесята, чертята в полном смысле, иногда просто в ужасном смысле. Это не всегда золото и так далее. Есть процессы, есть природа, битвы, через которые идет формирование личности. И ничего страшного нет, когда случилось что-то в низинах. Важно, чтобы были высоты. Важно, чтобы поднималась душа. Это необходимо для нас. Когда мы говорим о пути формирования личности, то нам нужно сказать, что этот график роста, знаете, обычно человек стартует в христианскую жизнь с больших высот.
Вот скажите, кто знает, о чем я говорю? После покаяния первое время, это же потрясающе, правда? Для тебя, казалось, нет вообще грехов никаких. Ты любые искушения отщелкал, просто отлетал от тебя. Мысли об искушении вызывали у тебя смех. Но те, кто уже прошел этот медовый месяц, знают, что не всегда так бывает. Как приходят спады, иногда они ужасны для тебя. И ты думаешь, Боже, как это возможно? Как я мог здесь оказаться? Тебе не нужно терять веру в этот момент. Тебе нужно как раз понимать, ты как человек формируешься. У тебя есть свобода выбрать зло. И когда ты его опять попробуешь, решай, хочешь ли ты жить во зле. Или ты идешь все-таки, или твой выбор добро. И тянись к нему, и поднимайся. Вот эти спады и подъемы, свойственные христианской человеческой жизни, это синусоида. Нет Шварценеггера в духовной жизни. Я понимаю, что я многих расстрою, но нет тех, кто всегда в победе. Ну, Шварценеггер, знаете, всегда. Я не помню ни одного фильма, чтобы Шварценеггера замочили в конце. Ну все, а? Терминатор, так он же все равно там. Да он же железный, поменял. Понимаете, ну мы не ж, нет, в духовной жизни у тебя есть поражение и подъем. Это важно помнить. Я на этой неделе много говорил об этом с Сергеем Вербовец. Наверное, даже мы перекочуют наши разговоры в план программы «Два портфеля» о пасторах Шварценеггера. Мы говорили о том, что многие люди идеализируют пасторов. А иногда пастора как бы провоцируют это и говорят, гляньте, я всегда без поражения. У меня одни победы, у меня одни высоты. Это плохо и для пасторов, и для людей. Я как-то написал статью давненько. Она называлась «Падение последнего идола». И под последним идолом я подразумевал пастора. Знаете, когда человек приходит в церковь, у него падают мирские идолы все, да? Кумиры мирские больше нас не интересуют. Но человек идеализирует церковь. Ой, какие люди! Какие там люди! Ой, какие там люди! Какие замечательные! Но те, кто в церкви не первую неделю, вы знаете, что это быстро проходит, да? Потом ты говоришь, какие там люди! Немножко меняется. Ты уже столкнулся с тем, что здесь люди. И через короткое время ты как бы... Дай Бог, чтобы это не дошло до того, что там такие люди! Но то есть этот идол быстро падает, и это хорошо и полезно. Ты должен понять, здесь люди, обычные люди, со своими плюсами и минусами. Личности, еще не обретшие лиц, еще формирующиеся перед Богом, еще болеющие греховностью. Еще в греховной плоть. Но когда падает этот идол церковь, остается последний идол. Он появляется, как ясное солнышко, по воскресеньям за кафедру. И, конечно, в этой церкви ужасные люди, я не могу их терпеть, но он! Вот ты моя надежда, ты моя опора. Знаете, когда каждый раз... Я слышу от людей столько вещей, знаете, интересных. Из-за того, что моя морда торчит в телевизор, куда бы я ни приехал, настраиваются длинные очереди людей, чтобы сфотографироваться. Я даже придумал такую фишку, когда люди говорят, вы можно ли с вами сфотографироваться? Так робко, в такой надежде. Я говорю, я очень люблю фотографироваться. Меня в детстве никто не фотографировал, теперь я люблю фотографироваться. И потому что людям хочется сфотографироваться. И ты слышишь от людей такие вещи. И люди говорят, и я говорю, Боже милости, если бы только знал. Если бы только знал. Я, наверное, напишу все-таки вот этот новый вариант статьи. Я назову ее, скорее всего, так, молюсь, чтобы я вас разочаровал. Потому что людям полезно понять, что самые великие пастора, лидеры, служители – люди. Недавно в одной из программ, очень острой программе,
я вывалил кое-что о своих грехах и низинах. Я сказал, у меня бывали вот такие вещи. Что после этого началось? Полезная процедура. Я просто сказал, друзья, ну правда в том, что они не только у меня бывали. Правда в том, что они бывали у всех тех, кто делает вид, что с ними не бывало. Просто, может быть, я вот в силу того, что я черный портфель, мне позволительно здесь заявлять. И знаете, когда одна женщина бежала за мной, и она задала мне этот вопрос раз 10. Потом переваривал, ходил опять, догоняла меня, опять спрашивала. А вопрос был, пастор, вы пошутили? Или у вас правда такое было? Я говорю, да было, было. Она постоянно подумала, опять догоняла. Пастор, ну скажите, что вы пошутили? Я говорю, да нет, я не пошутил. Я вполне серьезно, я бывал в торме. В полной торме. Пошла, подумала, потом догоняет. Пастор, ну вы же играли сегодня, вы же не сказали правду? Говорю, да сколько ж вам говорить? Это была правда. Но ей так тяжело дается мысль, что в процессах формирования личности пастора бывают низины. Говоря о личностном росте, я хочу, чтобы вы не пугались низин, но и не застаивались в них, и не гордились ими. Я хочу, чтобы мы искали высот и благодарили Бога за высот. И чтобы, проходя долины, мы побыстрее искали Его, который поднимает нас и дает нам свет. Да. Аминь. Мир делает ксерокопии. Христос оригинал. Мир штамповки делает. Чугунное литье. Такое, знаете, штамповки, штамповки. Бог создает личность. Абсолютно уникальная личность. Церковь – это ручная работа. Из оригинала, тонкая работа, самая тонкая работа в мире. Из оригинала. Каждый оригинальная личность, из них складывается церковь, ручной, Божьей работы, красивейшая красавица строение церкви Христова. Христианство – это индивидуумы, которые в завете друг с другом, в труде, которые проходят через уровень личностного роста. Может быть, одна из последних вещей, которую я хочу сказать. Недавно мы разговаривали с одним из наших братьев. И мы говорили о духовном опыте в процессе роста. И он задал мне вопрос, и я рад, что наши ответы совпали. Он говорит, когда ты в пике, когда ты в низинах, когда твоя личность в проблеме, когда ты духовно, провалился, тебе очень тяжело подниматься. Многие говорят, что если ты споткнулся, если ты подупал, то тебе предстоит 10 лет наверстывать, карабкаться, цепляться и так далее. Но знаете, на своем собственном опыте я знаю одну удивительную вещь. Мне очень легко подняться. Не потому что, если бы я сам поднимался, жизни бы не хватило, 10-100 жизней. Но очень легко в моменты низин свой сделать всего лишь один шаг к Богу. И сделать то, что называем христиане языком Нового Завета, облечься во Христа. Получить Его благодать, получить Его прощение и просто расправить плечи и подняться. Это легко. Все, что нужно, это твое желание. Это твой шаг к Нему. Это вот твой рывок души к нему. Это легко. Падать тоже легко. Падать тоже легко. Опускаться легко. Но все зависит от твоего выбора. Если ты говоришь, Иисус, я свободная личность, я люблю тебя. Я не хочу быть во тьме. Я не хочу быть в грехах. Я хочу быть с тобой. И с ним легко подниматься. Это благодать, которая увлекает тебя и поднимает. Самому подняться вообще невозможно. Самому просто не получится. Никто из нас сам не вылез бы из своих грехов. Ты не можешь сам решить свои проблемы. Но Христос решил их за нас. И когда ты это понимаешь, ты делаешь один шаг, и твоя личность восстанавливается и расцветает. Он умеет прививать тебя на лозу. Даже когда надломилась или вообще отломилась ветвь,
Он умеет просто оживлять и восстанавливать. Восстанавливать самое ценное, что есть на белом свете – личность. В течение этого месяца мы много говорим о личном росте. Сегодня я, может быть, чуть-чуть внес свою такую лепту в это. Давайте помнить, что в мире, в котором мы живем, дьявольская стратегия обезличивания, деидентификация, обратное убрать твои корни, оторвать тебя от Христа, оторвать тебя от лозы, отобрать тебя от общения с Ним, обезличить тебя, чтобы ты забыл, что ты Его творение, чтобы ты просто превратился в массу, которую политики будут называть электоратом, социологи придумают для тебя свое название. Ты человек. Самый большой титул, который ты можешь носить. Человек. Божье творение. Личность. И создавая личность, Бог объединяет их в Божий народ, в церкви. Удивительное сообщество святых Божьих, индивидуумов, одарованных, призванных, помазанных, и Бог действует в личности и через личности, собранные в завет с Богом и в завет друг с другом. Мы поставили с вами большую цель. Мы мечтаем вырасти как церковь. Это может произойти при одном условии. При том, что каждый из нас будет расти лично. Тогда, собираясь вместе, помазанных, призванных, исполненные Духом, одарованные, любящие Бога и друг друга, личности Божьи могут свернуть горы, могут делать вместе с Ним и друг с другом удивительное. И в этом есть уникальность и красота церкви, состоящей из личности. Давайте встанем. Боже наш, мы в этом году, идя к нашей мечте, к росту церкви, мы хотим, чтобы каждый человек осознал себя в намного большей степени, как индивидуума, как того, кто пред тобой предстоит. Боже, мы не одни на белом свете, но мы и ты – это главное. Мы как личности пред Тобой, это самое важное. Укрепи нас, Господь. Дай нам, чтобы раскрылся весь тот колоссальный потенциал, который есть в каждом из нас, как в Твоем творении, в венце Твоего творения. Боже, в веках последних, где стиралось всякое «я», где уничтожалось и просто заравнивалось всякое «я», ты тот, кто создал нас, даешь нам красоту Твою. Боже, и мы вместе пред Тобой, в завете с Тобой друг с другом. Боже, благослови каждого. Отец, дай понять каждому здесь, каждому из нас, что мы пред Тобой удивительны, что мы особенные, что мы те, кто обретает лицо от Тебя, что Ты соделал нас личностями, Ты лоза, животворящая нас. Общение с Тобой, поклонение Тебе, богословствование, богопознание, наш опыт с Тобой, пусть, Боже, будет главной причиной нашего рассвета духовного. И тогда мы все вместе в завете с Тобой друг с другом можем делать удивительное. Благослови нас в этом. Господь, я прошу Тебя, чтобы личный рост каждого из нас в этом году имел скачок, чтобы каждый из нас рванул вперед на наших синусоидах жизни. Дай нам, Господи, сильный подъем и закрепи нас на новом уровне, Боже. Помоги нам, Господь. Боже, я не здесь не хочу из себя корчить Шварценеггера.
Господь, мы все имеем поражение и подъем. Но я знаю, что в любых низинах Ты недалеко от нас. Я знаю, что когда мы ослабеваем, один рывок души к Тебе, и Твоя могучая отцовская рука поднимает нас. Боже, я знаю, что движение сердец наших, оно тут же подхватывается Твоим Духом, и Ты поднимаешь нас в свое присутствие. Боже, нам хорошо с Тобой, нам хорошо в Тебе, нам хорошо в благодати Твоей. Мы расцветаем, мы как почки по весне, Боже, на деревьях. Боже, так мы наполняемся соками жизни и раскрываемся во всей оригинальности, во всей уникальности наших дарований. Боже, я молю Тебя о церкви добрых перемен, состоящей из личностей, знающих Тебя, призванных Тобой, знающих, что Ты желаешь делать в них и через них. Я молю Тебя о церкви из уникальных людей состоящих, чтобы каждый раскрылся, чтобы каждый расцвел, чтобы Ты, который во всех нас и через всех нас являл красоту Твоего благоухания, чтобы этот букет Твоих цветов, Боже, действительно благоухал в нашем городе, в окрестностях и даже до края земли. Благослови нас, как церковь Твою, состоящую из личности, как Твой народ, состоящий из индивидуумов. Благослови нас во имя Иисуса.